Обратите внимание сейчас на ответ Иблиса. Аллах Субхану ва Тааля назвал в нем следующий критерий. Аллах говорит, он отказался, не поклонился, и он назвал причину. Аллах эту причину назвал высокомерием. Аллах Субхану ва Тааля говорит, он сказал, ты меня создал из огня, а его из глины. Если мы сейчас спросим друг друга, что лучше, огонь или глина? Есть разница? Огонь или глина? Иблис же посчитал, что огонь, он лучше глины, потому что он сильнее, он ярче, а глина – это грязь. Он возвысил себя над человеком своим происхождением. Он возвысился над человеком своим происхождением. И поэтому посланник Аллаха Сусалям в хадисе говорит, тот, чьи дела его не продвинут вперед, то есть его дела, дел не будет на весах больше, то его род ему не поможет, как сказал об этом посланник Аллаха Сусалям. То есть не важно, с чего ты сотворен, это не важно, а важно, кто ты есть на самом деле. И поэтому Иблис посчитал, что он может быть и он лучше своим происхождением. Вот оно проявление высокомерия.